Уважаемый Эмом Али Рахмон 15 июня принял верительные грамоты от 10 новых чрезвычайных уполномоченных послов зарубежных стран. На встрече с послами президенту страны вручили верительные грамоты и приветствия от руководителей своих стран чрезвычайные уполномоченные послы Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Венгрии, Испании, Индонезии, Таиланда, Марокко, Бразилии и Доминикана. Глава государства в своем выступлении искренне тепло поздравил всех послов с началом их дипломатической деятельности на этой почетной и в то же время ответственной должности в Республике Таджикистан и выразил удовлетворение, что послы своими плодотворными усилиями придадут новый импульс партнерству между нашими странами, несут ценный вклад в различные сферы сотрудничества. Глава государства также подчеркнул, что в период своей независимости наша страна проводит принципиальную политику, направленную на установление и развитие взаимовыгодных многоплановых отношений с зарубежными странами различных регионов мира. Президент остановился на вопросах развития и укрепления дружественных отношений и многопланового плодотворного сотрудничества Таджикистана с Китайской Народной Республикой, Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Венгрией, Испанией, Индонезией, Таиландом, Марокко, Бразилией и Доминиканской Республикой и выразил надежду, что, выполняя свою ответственную миссию, вновь назначенные чрезвычайные и полномоченные послы будут прилагать последовательные усилия для достижения благородных целей развития и укрепления отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между их государствами и Таджикистаном и вывода их на качественно новый уровень. Также уважаемый Эмом Али Рахмон в своем выступлении отразил ситуацию в мировом сообществе и важные вопросы решения глобальных водно-климатических проблем и заявил, что наши страны имеют схожие и близкие позиции по многим актуальным вопросам, связанным с глобальными проблемами и будут прилагать совместные усилия для их решения в рамках многостороннего сотрудничества. Лидер нации выразил удовлетворение постоянной поддержкой зарубежными странами глобальных инициатив Таджикистана по насущным вопросам, отметив, что за последние два десятилетия Таджикистан привлекает все большее внимание международного сообщества к глобальным проблемам, особенно проблемам воды и изменения климата. В завершение уважаемый Эмом Али Рахмон еще раз пожелал всем послам успехов в работе и подчеркнул готовность правительства нашей страны оказать содействие продвижению их дипломатической деятельности.